В День знаний первый звонок прозвенел в школах региона. Несмотря на то, что 1 сентября в этом году выпало на выходной день, во всех школах прошли торжественные линейки и классные часы. В этом учебном году порог общеобразовательных заведений приступили более 7500 первоклассников региона. В этом учебном году в первый раз в школу пошли 7500 детей. С каждым годом в городе увеличивается число среднеобразовательных учреждений. Таким образом, в этом году свои двери откроют 10 частных, 2 государственных школы. Все учебные заведения полностью готовы к приему учеников. По городу Актау планируется, что образование будут получать порядка 67 тысяч школьников. Кроме того, в городе в связи с увеличением количества приезжих и ростом демографии имеется проблема трехсменного обучения. В предстоящем учебном году планируется, что 7 образовательных учреждений города будут обучать школьников 3 смены. День знаний широко отметили в 12-й школе города. В организации образования 45-летней истории учатся около 2253 детей. В этом году впервые переступили порог своих класса 205 учеников и выпустится уже 106 учащихся. Собравшиеся поздравили учащихся со знаменательным праздником и пожелали успеха в новом учебном году. Мы думаем, что сегодняшние первоклассники приходят с огромным желанием, потому что, открывая двери нашей школы для подготовительных классов, мы видели, с каким желанием, как горели глаза наших первоклассников. Первоклассникам и родителям и от всей души желаю самое главное – здоровья и чтобы поставленные цели всегда достигали. На торжественном мероприятии ученики выразили благодарность своим учителям, а маленькие ребятишки показали не только рвение обучаться, но и свои творческие таланты. Я сегодня первый раз отправляюсь в первый класс. Моя внучка пришла в первый класс этой школы. Ранее 2 моих внука уже были лучшими учениками данного учреждения. Хочу поздравить всех учителей и весь коллектив школы с праздником. Желаю педагогам воспитать образованное поколение, яркого будущего нашим детям, чтобы они достигали высот. Мы, как родители, будем поддерживать их. Также будущим выпускникам удачи во всех начинаниях. Поздравляю всех с началом нового учебного года, Днем знаний. В новом году желаю крепкого здоровья, счастья и удачи в новых начинаниях. Я сама, как выпускница этой школы, от всего сердца поздравляю учителей с праздником. На ЕНТ я выбрала биологию и химию, и в будущем хочу стать врачом. Планирую поступить в Астану. 1 сентября – особенный праздник добра, вдохновения и новых открытий. Это день, с которого начинается неизведанный, интересный, одновременно нелегкий путь к познанию, новым свершениям и формированию активной жизненной позиции.